Это так круто! Это даже круче, чем на парашюте! Это вообще обалденно! Дрожат. Так круто.
обалденно. Мне кажется, я в прошлой жизни где-то в горах жила, потому что меня всегда тянет в горы. Я всегда хочу посмотреть на горы. Дыхание замирает. Причем я стала любить вот такие вот разные виды спорта. Ну, так скажем, экстрим, назовем вот так. Не так давно. То есть это у меня, если говорить, вот, у меня была травма позвоночника. Серьезная. И я три месяца была прикована к кровати. Я была просто овощем. И в те моменты я вообще все переосмыслила. И с того момента прошло уже 5 лет. Есть что сказать? Начала жить. И я начала ходить в горы, прыгнула с парашютом. И вообще для меня сейчас экстрим, он такой. Все смотрят, да? Скорость, то есть у меня сразу же вообще
обнадежили, да? Обалдеть! Ой, сердце замирает! Смотри, он видишь, снежник? Да. Его отсюда вот так вот видно.